Получение данной высокой правительственной награды «Глория Мунчи» для меня было прежде всего очень неожиданным фактором, во-вторых, очень волнительным фактором. И я для себя отметила, и семье своей сказала, это же надо, 38 лет работы на государственной службе уместились в одной маленькой бархатной красной коробочке, за что я безумно благодарна людям, которые выдвинули меня на эту высокую награду, людям, которые поддержали это выдвижение. И единственное, что я могу сказать, что причиной либо поводом для получения этой награды стал просто ответственный, добросовестный и многолетний труд. То есть процесс работы, он никогда не был сопряжен с тем, чтобы получить какое-то поощрение от руководства, либо о награде вообще речь, как говорится, не велась. И поэтому могу пожелать только всем хорошего труда. И, может быть, ваш труд тоже будет оценен. Особо хочу сказать большое спасибо всем моим коллегам, с которыми я работала и с которыми я работаю. Потому что моя принципиальная позиция такова. Каким бы золотым ни был руководитель любого учреждения, без коллектива, без собранности, без единомышленников и понимания тех задач, которые стоят перед структурой, перед управлением, перед дирекцией, никогда нельзя ничего не достичь. Я всех благодарю искренне тех, кто рад моему награждению, и желаю всем достичь гораздо больших наград в своей трудовой деятельности. Ну, а главная награда, мои дорогие, несмотря на ордена и медали, это все-таки здоровье, это счастливая семья и это успешные дети, чего я всем искренне желаю.